Здравствуйте, дорогие друзья, это Кузнецов Дмитрий. Вашему вниманию очередной ролик, звонок лично мне по моим якобы долгам, которые уже давным-давно по сроку исковой давности приказали долго жить, но неугомонный вот этот вот, забыл даже, МБА Финанс, продолжают тут у них вот эта вот программа работает. Причем МБА Финанс были в самом начале, как только вот начались неоплаты. Потом был перерыв 3 месяца, потом они вновь брали этот долг, потом опять перерыв, и это третий раз, это МБА Финанс упражняется на мне. Давайте посмотрим, повеселимся вместе, поехали. Да. Здравствуйте. Здрасте. Звонком поступает из компании МБА Финансов, специалист отдела взыскания Зайцева Елена Олеговна. Обновляю вас, разговор записывается. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, это вы? Это я. 72-го года рождения. Совершенно верно. Звонком поступает по поводу долга, который имеется у вас перед ПАО банком ФК «Открытие». Для вас остается долг непогашенный 609 751 рубль за 845 дней просрочки. И банк выставляет требования оплаты до 17 числа. Тем более сейчас вам предоставлена программа по снижению финансовой нагрузки, где вместо всей суммы вам необходимо платить 159 тысяч для полного закрытия кредитного договора. Оставшаяся сумма вам полностью списывается, договор у вас будет закрыт. Все проценты более 400 тысяч рублей. Знаешь, я смеюсь, а? Вот мне твой невозмутимый тон нравится. Ну ты же понимаешь, что это чушь несешь, а в голосе ни капли дрожи. Ты же профессионал, да? Ты профессионал своего дела коллекторского, да? Мы сейчас обсуждаем вопрос. Да не, это уже давно в разряд комедии перешло, поэтому ничего серьезного в этом обсуждении быть не может. И у меня поэтому вопрос. Скажи, пожалуйста, ты себя считаешь профессионалом? А вы на мой вопрос, Дмитрий Евгеньевич, не ответили, чтобы я отвечала на ваш. А какой вопрос у тебя? Вот когда вы свой долг погасите, тогда вы... Не, ты сказала, ты не профессионал, вопросы. Ты говоришь, что какой-то вопрос у тебя был, а вопроса не было. Почему-то 2 года вы никаким образом не в состоянии заработать даже 5 тысяч рублей на оплату вашего кредита. Нет, ты не профессионал, ты дилетант. Кредитный договор. Понимаешь, почему дилетанты? Потому что ты делаешь вид, что ты во все это веришь. Дмитрий Евгеньевич, так в чем проблема? У меня, когда вы звоните, у меня вся семья ржет над вами. Или не уже зарабатываете никаких средств, Дмитрий Евгеньевич, а живете за счет еще банка. Вопрос. А что, ну ты действительно вот так вот интонации свои... Не в состоянии даже на вопрос ответить. Да не, я тебе отвечаю, сейчас как раз таки отвечаю на твой вопрос. Вот твои интонации подразумевают... что ты действительно заинтересована в том, что человек из нормального, здравого человека превратится в дауна и пойдет и что-то там заплатит. Смеется, в последующем вы будете, Дмитрий Евгеньевич, в суде. Когда будет судебное разбирательство в отношении вас? Ой, ну, знаешь, иногда злите вы, иногда веселите. У меня сегодня просто шикарное настроение, наконец-то в Питере погода установилась хорошая. У меня настроение охрененное. Да тебе ничего не интересно слушать. Тебе нужно просто свою работу дурную проделать. Я всегда вашей братве говорю, не вздумайте размножаться. Не надо вам размножаться и плодить паразитов. Находящегося по месту вашей регистрации. Да. Арест ваших доходов и доходов ваших. Блядь, ну тебе в лицо хохочет, ну замолчи ты. Ладно. Слушай, на Ютубе ты будешь, это уже однозначно, на моем канале, на большом, хорошем канале. Отказ по факту уклонения защитили, ой, чудеса творят. Да, друзья, ну чудеса не чудеса, чудеса будут, когда коллекторы пропадут, но не знаю, что тогда будет с банковской системой. Вот это, ну, наверное, мы перейдем в разряд цивилизованного банковского бизнеса. Я, кстати говоря, всегда говорил, я не против банков, не против банковского бизнеса, я против беспредела, который творится вот на фоне вот этого того самого бизнеса и превращает хороший, в принципе, бизнес, если смотреть на нормальные развитые страны, ну, в уродливое подобие.
Ну, все знаете, да, как это выглядит в той же Европе. В той же Европе Сбербанк европейцам дает по 2% годовых кредиты. И многие другие банки, позиционирующие себя здесь, в России, на самом деле тот же кредит Европа-банк, Ситибанк, не знаю, там что еще, OTP по всей Европе и совершенно другие способы взыскания. Ну, типа в России, как в зоопарке, они себя чувствуют. В зоопарке можно все что угодно делать, не знаю, в каком-то загоне, на бойне. Вот. В России типа стада, здесь можно любые эксперименты над людьми проводить. Друзья, самое обидное, что это правда. Это правда. С одной поправочкой. Ваш выбор — оставаться в этом стаде, либо выйти. Чем мы отличаемся от стада скотов? Тем, что у нас есть очевидный выход. Скотину из загона не выпускают и жестко пресекают. А у нас же существует нормальный способ выйти из загона и быть свободным человеком. Не выживать в России, а жить полноценно. Кто-то скажет, он с ума сошел. Вообще, почему он нас стадом называет? И кто ему давал право про Россию такие вещи говорить? Господа патриоты, правда всегда глаза колет. Если вы такие, скажем так, уверенные в себе персонажи, то дайте мне ответ. Почему вы переплачиваете бешеные деньги? Почему вы не удосужились разобраться, откуда у банка деньги? В конце концов, ответьте на один простейший вопрос. Почему Сбербанк в той же Чехии по 2% дает, а здесь бьет себя в грудь и кричит, что у него самые дешевые проценты, рисуя для граждан на потребительский кредит изначально, по-моему, 14%. В 7 раз дороже, а на круг выходит 20 с лишним процентов, если разобраться, когда человек полностью выплатит, ну, допустим, за 5 лет кредит. Дайте себе лично ответ на этот вопрос, а потом еще раз задайте вопрос, в стаде ли вы или нет, в отличие от европейцев тех же. И еще раз подчеркну, никакую я сейчас рознь не разжигаю, политических каких-то там масла в огонь политической борьбы не подливаю. В конце концов, я вообще революции не намерен совершать. Я обращаюсь конкретно к каждому одному лишь человеку, не ко всей аудитории, а к тому, кто вот сейчас готов меня услышать. Хватит сидеть в стаде. Для начала подпишитесь на наш канал и начните думать, если вы этого еще не сделали. После чего обязательно посмотрите видео на нашем сайте. Ссылка на сайт в описании этого либо любого другого ролика. Также для вашего удобства сейчас выйдет в правом верхнем углу трансляции кликабельная подсказка. Вот она. Смотрите видео. Как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Я сейчас даже не призываю вас стать нашим клиентом, но в этом видеоролике, в этой презентации максимально доступно рассказывается, почему и как мы для наших клиентов делаем то самое свободное жизненное пространство, освобождаем их от кредитной кабалы. Я подчеркну, 100% законными способами. Создаем условия для банка, для кредиторов, вообще для любых МФО, банки, что угодно. Создаем условия, когда им, кредиторам, выгодно отказаться от претензий к нашим клиентам. Не буду долго сейчас вот вообще про это рассказывать. Просто посмотрите, если вам любопытно. И я надеюсь, у большинства тех, кто сейчас негодует в мою сторону, собственно говоря, мнение изменится. Нет, но это ваш выбор. Также я предлагаю послушать видеообращение. Целый плейлист создан для того, чтобы люди могли со мной познакомиться поближе. Ссылочка, точнее подсказочка кликабельная на этот плейлист выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Посмотрите, послушайте. Очень много ответов на те вопросы, которые мне задают в комментариях, в личку, в почту пишут. Просто звонят, спрашивают. Вот таким образом я пытаюсь ответить на максимальное количество вопросов.
Ну и, конечно же, если вы действительно хотите разобраться со всеми своими кредитами в законном формате, но у вас нет времени, нет компетенции юридической, в конце концов нет желания, либо сил уже никаких не осталось противостоять этому беспределу, к вашим услугам специалисты компании «Аля». Мы уже не первый год работаем на рынке юридических услуг, оказываем помощь людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с кредитами. Помогли уже нескольким сотням клиентов. Мы один из ведущих юридических операторов на территории Российской Федерации. Работаем со всеми регионами. То есть, где бы вы ни находились, в каком городе на территории Российской Федерации, мы готовы вам помочь. А как это сделать мы можем? Нет, пожалуйста, вот опять же направлю вас на наш сайт «Алгоритм работы кредитных юристов компании Аля». Там выложена презентация. Посмотрите, пожалуйста. Ссылочка, подсказочка в правом верхнем углу трансляции. Вот она. На нее нажимаете, попадаете на наш сайт. Ну или в описании любого ролика на этом канале есть наша ссылочка. Посмотрели. Если вам все понятно, даже если не все понятно, забивайте корректную информацию в форму на сайте, и в рабочее время вам перезвонят наши юристы. Звонить мы будем с телефона, который указан в правом верхнем углу на сайте, уже на сайте на самом, забейте эти цифры к себе в контакты и ждите звонка нашего специалиста, не пропустите. А поговорят с вами, все расставим по своим местам, и вы будете совершенно спокойным, уверенным человеком, если захотите все-таки наконец-то разобраться со всей этой гадостью, которая в последнее время с вами происходит. Поверьте, жить без долгов совершенно отчетливо можно, легко к этому прийти тоже можно. Для старых моих коллег, подписчиков, пожалуйста, жду от вас лайки, друзья, комментарии, конечно, пишите, не забудьте репост в соцсетях, поделитесь в соцсетях этим либо любым другим роликом, чтобы как можно больше количество людей знали о всей правде. Подписывайтесь, кто не подписался, напомню, в нашу группу ВКонтакте, ссылочка на группу в описании этого и других роликов. Там все ролики с YouTube-канала дублируются, много дополнительной информации интересной. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Всего вам доброго, друзья. До свидания.